Одессу уже ничем не удивишь. Насмотрелась. Пионером в избирательных новациях был Эдуард Осипович Гурвиц. Желание привлечь к своей персоне избирателя использовал все, что приходило ему в голову. Начинал скромно. Гонял по улицам исторического центра агитмашину, которая оглушительно призывала голосовать «нет», не за Гурвица, а за Бориса Федоровича Деревянко. Именно тогда скромный кооператор, глава Экополиса, показал горожанам, как надо учиться побеждать. Впрочем, полагаю, что и без громкоговорителя на колесах знаменитый редактор «Вечерки» одолел бы своих конкурентов. Но факт остается фактом. Город стал свидетелем рождения избирательных технологий. Правда, когда Эдуард Иванович рассорился вдрызг с Борисом Федоровичем, теперь уже префект Жовневого района пошел дальше. Если мне память не изменяет, то в день рождения Деревянко Гурвиц сбросил с летательного аппарата на город листовки, начинающиеся словами: «Мама меня спросила, с кем ты связался, Эдик?» Это было эффектно. Пару дней Одесса гудела, чтобы потом быстро забыть, оставив происшедшее для хроникеров. Дурной пример заразителен тогдашний соперник Гурвица по мэрским выборам Алексей Костусев моментально полюбил животных. Конкретно слонов, а фактически маленького детеныша по кличке Фантик. Так вот, этого самого Фантика водили по Дерибасовской и прилегающим улицам. Дети изнемогали от восторга. Обыватель ошарашенно пялился на пугающегося машин слоненка. Защитники живой природы в лице Эдуарда Тосича, естественно, грозились подать на изувера в суд. «По что малыша мучаешь?» – взывали они голосом Висесуаля Лоханкина, бессмертного персонажа Ильфа и Петрова. Время летело стремительным домкратом и выдвигало очередные вызовы. Народ, то бишь электорат, маленько изголодался. И тогда был придуман некий благотворительный фонд, который почему-то действовал исключительно в границах все того же Жовневого района. Румяные от счастья мамочки, выходя из родильных домов, тут же получали набор многоразовых пеленок, а некоторые детские коляски. Первоклашкам вручались ранцы с цветными фломастерами, букварями и тетрадями, пенсионерам банки с заморскими напитками, шоколадками, палатками Твикс и пачками гречки. До водки и консервов с романтическим названием «Бычки в томате» еще не дошли. Точнее, продукт требовался, но возник конфликт с тогдашним руководством Антарктики. Тамошние управленцы желали участвовать в парламентской избирательной кампании, мэрская им была фиолетово. Но раздача пищевых продуктов становилась весомым аргументом в непростые времена. Мне приходилось бывать тогда на заседаниях штабов многих кандидатов в депутаты. Так вот, там обязательно присутствовали владельцы всяких универсамов и еще оставшихся продбаз. Некоторые за будущие преференции готовы были бесплатно отдать даже свиную тушенку с почти истекающим сроком годности. Особо озабоченным своим будущим торговцев хватало на подвиг. Они предлагали в пакеты ветеранам войны и труда класть по бутылке водки со странным названием «Липовая». Тот, кто ее не пробовал, не отчаивайтесь, гадость неимоверная. Запах не позволит вам сделать первый и единственный глоток. К чему это я так о еще близком прошлом? Да к тому, что когда нынешние журналисты взахлеб возмущаются продовольственными подачками новых кандидатов в депутаты, у населения эти стенания вызывают лишь воспоминания о качестве набора.
Раньше и вода была вкуснее. Ну, а появление на улицах бесхозных бронетранспортеров с некоторыми личностями на борту – это всего лишь аргумент в споре между сторонниками войны и мира. Первые перестают недоумевать от плачевного состояния нашей родной и любимой армии. Вторые обреченно машут в ответ рукой и роняют. Как был бардак, так и остался. Это выборы, одесситы.